Говорить на одном языке с детьми и внуками, общаться посредством электронной почты и скайпа смогут еще 60 лабытнанских пенсионеров. Очередной грант на обучение людей преклонного возраста к компьютерной грамотности получил городской совет ветеранов. Решить проблемы с подбором подходящего для этого помещения и доступом в интернет помог учебный центр «Ямал». Подробнее в материале Виктории Кузьменко. В учебном центре «Ямал» состоялось первое собрание организаторов курсов и тех, кто будет их посещать. Представители городского совета ветеранов благодаря грантовой поддержке уже третий раз получили возможность собрать группу из 60 лабытнанцев, кому за 50, чтобы обучить их компьютерной грамотности. Вот этот грант сейчас рассчитан на 60 человек. Ну, видимо, мы не обойдемся этим. Чувствуется по людям, что у нас, как мы вот записали, 60 человек. И еще, смотрю, опять обращаются к нам люди. А это кабинет, в котором и будут заниматься ученики. Помещение любезно предоставила директор учебного центра «Ямал» Наталья Морозова. Для будущих пользователей ПК уже все подготовлено. На партах расставлены компьютеры и ноутбуки с выходом в глобальную сеть. Все 60 пенсионеров будут обучаться по специально разработанной программе, курс которой составит 28 академических часов. Раз век такой техники, надо уметь общаться. И внучки уже умеют, и все. Бабушка, ну а ты не умеешь. Вот они учат, но они же как учат молодежь? Ой, быстро. Ничего не запоминается, ничего. Поэтому я говорю, пойду и поучусь. Слушатели курсов научатся вести переписку, общаться с друзьями, просматривать любые понравившиеся телевизионные передачи, фильмы, искать в интернете любую полезную информацию и многое другое. Без компьютерной грамотности уже никуда не денешься. Все люди должны знать компьютер. И я считаю, что вот эти курсы нас поднимут наверх. Вот именно нас, пенсионеров, которые родились в СССР. Все хотят шагать в ногу со временем. Неудивительно, что в последнее время такие курсы среди людей преклонного возраста пользуются все большей популярностью. Вот и для этих 60 лабытнанцев уже совсем скоро не чужды будут достижения современных технологий и прочие возможности глобальной сети. Виктория Кузьменко, Максим Мячин, программа «Время местное».